Всем привет на канале Тимур 11TV. Сегодня мы продолжим играть в игру, какая называется Лего Бэтмен Трансформеры. В прошлой серии мы прошли 5 уровней. Сегодня продолжим с 10-го. Ну что, поехали. Это тут такая загрузочка, тут все это загружается очень долго. Если какие-то неполадки в игре, то надо звонить на какой-то один номер. О, да что ты делаешь? Что ты вообще? Бандит такой. И все, поехали. И все. Ну, давай. О, монеточки. Это супер прогресс, я в шоке. Сколько тут то монетки, то еще что-то тут нам подкинут на пути. Это супер прогресс. Да. Я хотела запрыгнуть. Ну давай, прыгай. Прыгай, так. Не знаю. Это давай, давай. Есть в это алабунда видео. Ну есть супер прогресс. Это супер прогресс. Это уже не то, что под видео. Ну вы извините, но под частью видео я что-то плохое как-то его плохо снял, но больше таких видео не будет ни в кого. Так, ну давай. Первый удар есть. Получай, бандит. Ну что, он хотел нас ударить, а мы ударили его. И все. Все, уехали. Хи-хи-хи-хи-хи. Все. И все, и колеса эти. О, и сколько мы... Ой, это подарочек. Гудок нам в подарок. Да гудки одни, они уже не интересны. Ну давай идем. Да, это супер прогресс. И кстати, потом приходит, давай вопросик какой-то зададим. Вот у меня сегодня дождь. А какая у вас погода? Можете писать. Да, ну поехали. Да. Так, есть. Ну, давай-ка пробуем. Ой, это стоплер. Тут надо по этим стрелкам будет сходить. Да, ну, лучше. Уже едем. Ну, давай, поехали. Сколько? Ну, что, знак нас ничего не сделает. Ну давай, иди, Лего Бэтмен. Ну давай, давай. Так, ускорение опять. Фух, чуть не свалились. Мы один попусту, хотя не попусту. Ну давай, еще последний разочек. Мы в него выкинули это все. И все хи-хи-хи-хи-хи. Ну все, мы прошли. Уже, это уже восьмой уровень. Идем на восьмой уровень. Так, ну-ка. Гудок этот неинтересный же. А хотя не только гудок. У нас открылся супер персонаж. Ну, давай в него сыгранем. Попробуем тут... Ой, подождите. Только... Ой, подождите, я случайно вышел из игры. Но посади палатки в игре, и там вот в игре у вас, откуда вот в правом верхнем углу есть настройки. И вы пишете, политика там оно у вас пишет.
И вы эту политику выбираете, и там у вас пишут, если какие-то неполадки с игрой, то звоните на, там, на тот номер. Да, так вы поехали. Да, ну давай. Ехали, поехали. Все. Ого. Ну, трансформер, на чем ты летаешь? На всякий, да, ну хорошо, что в этой игре никак нельзя проиграть. Ну да, потому что в этой игре тут нельзя проиграть. Так, ну-ка, поехали. Yes. Я думала перепрыгнуть это. Да, ну не получается. И, кстати, мы в прошлой серии у вас спрашивали, что больше нравится. Как получилось, что Холодная Кула или Лего Бэтмен? И мама написала, что ей нравится и та, и другая игра. Да это... Да что я вообще что-то сделал? Вот, ах ты! Да, но главное, что ему остался один удар. Ну что там с насом напугал? Бе-бе-бе-бе-бе. Хи-хи-хи. Ну тут золотых монет сколько. С каждым разом все больше и больше. Ну давай идем в бой. Ну что, отхватил ты салага. Эй, ну что, победил? И все. Спалился называется. Ой, вай, 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 вай. Давай подарок открывайся. Ай, все. Какие всякие мне подкидывают тут. Да, просто мы будем играть вот в эту игру. Ну давай. Это девятый уровень уже. Давай еще два. Два вот это. И закончим. Девятый и десятый. Давайте поедем. Ну давайте поехали к этому. Ну что, поехали? Да, ну вот, это свистит тут всякое. Да, ну вот эта игра, потому что тут ездит, тут можно еще устраивать всякие соревнования. Скорее всего, в какой-то следующей серии мы устроим супер соревнования в этой игре. Ну давай идем. Ну давай идем. Давай идем. Вот. И давай этот воришка еще раз получать. И все. Мы прошли. Мы все победили того. И все. А вот сдулся. Да, ну у нас это еще не последний враг. Тут врагов так куча. Даже не победишь всех. В это время вот у нас тут мы уже еще последний уровень нам остался на сегодня. Десятый. А вот тут грузится это. Да, не по... Но я вам еще раз напомню.
если не палатки с игрой, то там настройки есть, и умови політики та конфіденційності. І потім ставите, і потім ви туди заходите і читаєте то все. Так, і там номер є, і там пишуть, якщо якісь неполадки з ігрою, то дзвоніть на цей номер. Ви мені, і щоб мені тут многие не писали, це все постанова, він вас обманывает. Да, і це все правда, що якщо якісь неполадки з ігрою. А як ви думаєте? Это правда, все, если какие-то не положили. Да, можете писать в комментариях. Так вот, стихи не получилось. Ну давай идем. Бежим. Давай. Ну все, побежали. Ну давай. Ну давай, бежим. Так, получил. Еще раз. Еще раз. И все. Все получил. Ну вот и все. Мы на этом сегодняшнюю серию и закончим. В следующей серии мы пройдем уровни с 11 по 15. А сейчас ставь лайк и подписывайся на канал Тимур 11 ТВ. Пока-пока, покеда!